Меры по улучшению демографической ситуации в городском округе обсудили на совещании, которое провел глава администрации Борис Беляев. Вначале подробный анализ ситуации по Кумертау представил главный врач Центральной городской больницы Олег Астахов. Согласно озвученной информации, смертность по-прежнему превышает рождаемость. Однако есть и положительная динамика. Так, по сравнению с 2013-м, в прошлом году умерло на 52 человека меньше. Значительно сократилась младенческая смертность. Как прозвучало в докладе, основными причинами смертности остаются заболевания системы кровообращения, старость, онкология, внешние причины. Причем из числа трудоспособного возраста больше умирают граждане неработающие. После подробного анализа Олег Анатольевич внес предложение по сохранению и укреплению здоровья населения. Глава администрации Борис Беляев поручил участникам совещания разработать совместный план работы. В нем должны быть учтены как медико-профилактические меры, спортивно-оздоровительные мероприятия, так и информационная работа. И все вместе постараться проработать эти вопросы. Вот там конкретно пошагово даже было расписано, чем нужно заниматься. Составлять людей в первую очередь хорошо питаться, правильно питаться, да? Обязательно здоровый образ жизни, хождение, бег, игры и так далее и тому подобное. То есть это вот я вам говорил, 52 выходных дня. Люди должны чем-то заниматься в субботу и воскресенье. Массово. Вот это важно. Участники совещания озвучили свои предложения по пропаганде здорового образа жизни и организации досуга населения.